Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Вулха. Восьмой день и 250 тусклого янтаря. Забираем. Так, ну что, сегодня у нас должно быть, по-моему, какое-то событие доступно. Или я... Да, я, видимо, чего-то попутал. Ну, ладно. Ничего страшного, давай, все равно нам нужно здесь кое-что собрать. Проверить наших драконов. Собрать, например, древесину, который у нас в избытке, поэтому мы сейчас будем, видимо, кого-то на прокачку отправлять. А может быть, даже не только на прокачку, а... Ну вот, например, здесь обязательно отправить надо на прокачку нашего ветрокрыла. Древоруб, ну, пускай летит за древесиной. Также и водорез, хотя водореза можно... нельзя. Потому что не хватает, рыбы. Поэтому его я пока никуда отправлять не буду. Так, а что у нас с Беззубиком? Да, у Беззубика тоже проблемы. Именно, друзья мои, то, что очень нужно много рыбы. А где нам ее взять? В таких количествах, ума не приложу. Так, смотри-ка, шепот смерти прокачал. Вот его можно. Причем даже чуть-чуть, опять же, не хватает. Так, у нас там нет ничего. На почте пусто. Наверное, все-таки я буду отправлять этих ребят за рыбой. Уже какие-то проблемы у нас с рыбой происходят. И нам нужно именно рыбу. Так, пускай этот летит, прокачивается. А ты 104 уровень и тоже пойдешь у меня дальше прокачиваться. Так, буйволорд за рыбой. Бегом марш. Принцесса огнеедов. Понял. Ну ты-то наконец будешь у нас прокачиваться или нет? Вы скажите, что это еще не специально сделано. Все железо на него трачу, понимаешь? Тут древесину, конечно, лучше древесину добывать. А здесь рыбу. Хотя рыбу он добывает меньше, чем кто-либо. Даже, нет, ну практически столько же. Где у нас там модификрылка? Вот, кстати, я ее отправляю на обучение. Пускай летит, она заслужила. Ну, а этот болельщик у нас, как всегда, вообще что-то по микрону здесь, прикинь, вообще по милипусечке продвигаемся. Так, болельщик сардельки. Тут, кстати, тоже можно отправить. Лети, болельщик. Тоже лети. Так, ну а ты что нам принес сейчас? Ничего, он только полетел на добычу. Так, ладно, пускай он летит. Все, в академке уже, ребята, место закончилось. Прикинь. Я еще толком ничего не успел сделать, а места уже все, места уже нету. Вот так вот это все делается. Быстро, конечно, быстро у нас заканчиваются местечки. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой откроем здесь пак. Ну что, монетки Одина плюс древоруб, кревет, громыль. Отлично. Блин, прикольный, да, ребят, дракончик. Такого бы я хотел бы на самом деле. Так, у нас тут еще что-то есть. Оп, забрали. Так, давай-ка мы найдем это письмо любовное. Тоже его заберем. Сарделька. Ну, что ты дашь? Тусклый янтарь? Нет, яйцо. Я бы не отказался от заколки. Но дают яйцо. Это яйцо я... Ну, и этого дракона, ребята, естественно, я отпускаю. Это шепот смерти. Это самые-самые начальные только... Драконы. Так, сарделька, я тебя, наверное, отправлю дальше в приключение. Лети. Так, кривоклык. В теснину лети. Громгильда. Ночные жути. Все, всех вроде бы как озадачил. Что наши элитники. Так, треска плюс тусклый янтарь. Ну, ребят, на самом деле это не треска, просто я привык называть эту рыбу треской.
Так, то же самое отправляем. Здесь у нас тусклый янтарь. Две штуки, по-моему. Да. Две штуки, и больше не хватает у нас на отправку. Давай-ка мы, наверное, его за рыбой отправим. Костолома. Пускай добывает нам рыбу. Что у нас по пакам получается? Забираем. Костолом, шепот смерти, кошмарный пристеглов, водорез и все. Тогда редкий. Редкий мы ставим на открытие. Я вот думаю, может сегодня взять, да и попробовать выбить два пака вождя. Друзья, а что? Нам все равно пока заняться нечем, а контрольку я уже все провел. Абсолютно всю контрольку мы сделали. Единственное, что это, наверное, сейчас доотправить наших драконов, которые нормально еще добывают, за ресурсами. Подожди, это принцесса огнеедов. А вот здесь-то кто у меня? А, это яркий ужас. А он так похож на эту тоже, да, ребят? Так, подожди-ка, вернись. Яркий ужас очень похож на это, только расцветка немножко, да, разная. Только немножечко разная расцветка. Ты полетишь куда-нибудь у нас? О, за древесинкой полетел с удовольствием. Так, а ты пойдешь? Понятно. За древесиной он полетел с удовольствием. Древоруб, ты как? Тоже полетел? Все лесопилки заняты, все рыбные места заняты. Тут еще вот где-то у нас есть елки и камни, которые нам очень сильно мешают. 480 миллионов, ребята, леса нужно, чтобы выкручивать вот этот вот камень, который там мешается. Ну что, я погнал тогда. Подожди, Беззубик же у нас стоит без дела. Беззубик у нас стоит без дела. Так, он у нас подходит по уровню, чтобы искать этого. Скажи, я скажу. Шипореза. Да? Вот пускай летит и ищет. Ну что, пошел я тогда, друзья, на арену. На арене подеремся, заберем с тобой два пока вождя. Ну и, в принципе, на этом будет сегодня все, ребят. Я, честно говоря, думал, может быть, какое-то событие за эти два дня у нас открылось. Но, как видишь, ничегошеньки такого нету. Угу. Ну, блин. Давай, наверное, так сделаем. Барсик сюда. Ветрокрыл, что там думаешь? Ага. Шлепнем сюда. Ну, громорогу уже кранты. Понятное дело. Добили. Делаем отхил. Так, сейчас вдвоем заморозка опять. Заморозка, еще при этом он понижает мне атаку. Допустим. Так, вот этого, ребят, нужно брать под контроль. В слепоту, иначе на следующем ходу он... Ух, твою же налево. Блин, я не успею. Он будет замораживать сейчас. Я не успел, я думал, кривоклык будет ходить. Барсику крышка, да? Ну что же. Все. Теперь ты будешь в моем распоряжении, парень. А дальше хоть что делай, нам все равно. Да-да-да-да-да, пыхти. Пыхтун, ничего у тебя не выйдет. Так, ничего не тратим, друзья мои. Ничегошеньки. Чисто вешаем слепоту и бомбим, все. Кстати, мы рекламный пак, по-моему, забыли посмотреть. Точно. Ну, что-то там. Опять же укус, опять же на него слепоту вешаем. В общем, этот парень все, уже никуда не денется от нас. Барсика, правда, потеряли, ну...
такая уже участь у нашего Марсика все время погибать. Ну и я думаю, что все. О-о-о-о-о-о-о, тихо. Надо добивать, ребята. Есть. А то уже на ничью шел, прикинь. Так, друзья, очередной поединок. Здесь у нас Костолом. Дымодышащий, ну и опять же Ветрокрыл. Что-то они очень взялись за моего хила, я смотрю. Прямо вот он не дает им покоя. Так, неужели он заморозку успеет сделать? Да, друзья? А, нет, уже не сделает, потому что это потратил достаточное количество энергии. Но я боюсь потерять Ветрокрыло. Ух, сейчас... Все, потеряли. Тэ! Зашибись, да? Зашибись. Тут фейл, друзья. Чистой воды тут больше ничего нам не поможет. Барсик опять, как всегда, бедолага попадает. Да, вот этот хмыреныш, конечно, нам сделал тут пакость. Сейчас опять дыхание, да? Бедный Барсик. Давай вот так вот сделаем. Вот. Смотри, он не стал почему-то на полной энергии, ребята, делать. Сейчас вжарит. Все, ребят, тут фейл. Потому что мы в заморозке, и этот еще со своим усилением. А, он же, блин, да, совсем забыл, что он у нас потоит. А, у него еще и хил. Ты что, издеваешься, что ли? Не могу понять. Пипец. Офигеть, разыграли партию по ней тут. Да, судя по раскладу, нам пак вождя не так легко будет даваться, как хотелось бы. Я думал, сейчас по-бренькому бам-бам и все. Но видишь, фейлиться начинаем. Начинаем фейлиться, из-за этого все проблемы. Сейчас опять Барсику достанется. Сейчас этот будет бомбить в Барсика. Нет, смотри-ка. Барсик, ну давай. Так, понижение. Давай, наверное, сюда. Понижаем защиту. А вот теперь, скорее всего, Барсика мы потеряем. Нет, Барсик все живет. Мы еще и отхиляться успеем. Ну давай, сарделька. Суперудар? Нет. Ну и остается у нас тут сарделька. Одна денешенькая. Что он сделает? Ну, он может хилнуться, это максимум. Это максимум, что он может сделать. Но мы тоже и отхиляемся. Мы причем по фулке почти захилялись, ребят. Так что тут победа. Очередной поединок. И я смотрю, здесь тоже, да, есть Белокрылка. Я, наверное, с нее начну. Она также, по-моему, бомбит, да? Вроде бы. Ох, ё, это что? Что сейчас было? Давай. Ой, ё, я даже не видел, что слепота, оказывается, висит. Вот это я дал сейчас. Трындец, прикинь. Слепоту повесил, а? Эй. Блин, мы, интересно, успеем химнуться, но я имею в виду... То есть у него здоровье отнял. Здоровски. Не, ну я думаю, что мы здесь выиграем. Главное сейчас вот этого ханыгу завалить. Если он сейчас не использует суперудар. Слава богу, не использовал. Ну и лаварык. Что он там сделает? Стоп. Хиляемся. Хиляемся и бомбим его, что есть мощи. Еще раз хиляемся. Так, пора, наверное, на него вешать
Не, еще раз хильнемся. Я просто думал дебаф на него повесить, ну, снизить ему защиту. Вот сейчас это можно сделать. Все. Так, ну что, друзья мои, выпал нам обычный пак. И вот мы накопили на пак вождя. Шепот смерти, Громель, Крылатый ужас, Древоруб, Водорез, Роза ветров. И тройной чемпион, кстати, ребята, он прокачивается у нас. Надеюсь. Да, он получает 13-й разряд. Ну, слушай, неплохо. Чемпион 13-го разряда. Даже лучше, чем Скалотряс, прикинь. Даже, по-моему, лучше всех он выходит. Даже круче, чем Ветрокрыл. Синь, нормально. Так, что я хотел? Я хотел, ну, сейчас продолжим, ребята, естественно, с вами дальше бомбить. Но я хотел, во-первых, здесь забрать награду и глянуть. Мы рекламный пак с собой пропустили, вот что. Монетки Одина. Шторморез, Кревет, Громель. И ресурсы. Так, вот теперь уже точно все. И, по-моему, мы сейчас с тобой сейчас получим награду. Ко всему прочему. Опа. Покажи-ка. 250 вымпелов еще зарабатываем. Итого почти, ребята, 3000 вымпелов у нас. 3000 дней. Сколько еще осталось? 20 дней. Слушай, ну это меня уже устраивает. Вполне устраивает. Так, друзья, продолжаем поединки. Попробуем еще открыть пак вождя. Ну, не то, что попробуем, а обязательно заработаем и будем открывать его. Так. Змеевик. Да давай, наверное, с него и начнем. Со злобного змеевика. Потому что пристеголовый он просто делает две атаки. Ничего страшного нету. А змеевик начнет пыхтеть. Уже пыхтит. Ну и этот еще своими фаерболами. Этот со своими фаерболами. Плюс он еще, ребята, усилил себе атаку. Надо его кромсать как можно быстрее. Иначе сейчас будет бомбить под усилением. Меня такой расклад не очень устраивает. Барсик. Красавчик. Ну что, пискленыш, погнали. Это тебе для начала. И... да, и сейчас мы его добьем. Давай. Так, друзья, я взял тройного удара. Я хочу поюзать именно его. Такс, 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 погнали. Сейчас посмотрим, что у нас из этого всего вообще получится. Так, это снижает защиту. Но вот этот удар, конечно, вообще, ребят, ни о чем. Очень мало наносит урона. Тринадцатый уровень, блин. Слабоват, конечно, он будет здесь. Ну ладно, попробуем все-таки как-то поиграть, отыграть. Давай, наверное, все-таки сюда. Понижение сделаем. Опа. Ага. Здесь добьем. Ну и барсик, да? Так, понижаем ему тоже броню. О, хиляется. Но я думаю, что отхил ему здесь не поможет. Ну-ка. На тебе. Кислотой. Конечно, разъела его. Ну что, у нас очередной поединочек. Здесь, значит, ну, понятное дело, надо прихвостня, мне кажется, бомбашить здесь. Прихвостня. Ну. Так, минус броня. Успеем ли мы? Вот в чем вопрос. Ну. Так, добиваем. Дальше, наверное, все-таки вот здесь надо Громорога бомбить. Да, что-то у нас
Ветрокрылчик-то. Точнее, не ветрокрыл, а шторморез очень быстро погибает. Очень быстро. Да иди ты, с такой атакой ты хорош. А ну-ка посмотрим. Так мало. Ну что это, ребят? Ну что это за урон? Два кривоклыка, да? Но я тебе скажу следующее, что мы все-таки возьмем преимущество над ним за счет слепоты. Пускай он даже на уровне нас сильнее, как бы, но мы его будем именно через слепоту бомбить. Опа! Что за выкрутас сейчас был? Он сейчас будет до последнего, да? До последнего тянуть на хил, чтобы, да, ребята, ничья. Вот этим меня бесит это все. Вот почему ничья, а? Ну вот и второй пак вождя. Громль, кревет, шепот смерти, древоруб, шепот смерти экзотический и грамгильда. Вот так вот у нас все это получилось сегодня. Ну что, ребята, будем закругляться. Все у нас при работе. Все чем-то заняты. Да? Будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.